Классический стукко, искусственный мрамор, штукатурка от Primacol Decorative. Это продукт высшего качества для декоративного покрытия стен и потолков. Продукт создан по оригинальной итальянской рецептуре на основе извести. Поверхности, обработанные стукко, получают эффект имитации мрамора, который также называется античным венецианским стукко. Отличие таких поверхностей – это сильный глянец и эффект глубины. Представляем эффект номер 77 с названием «Стукко капучино». Для получения эффекта использовали следующие материалы из серии продуктов Primacol Decorative. Классический стукко, воск для стукко, красители бронза, лимон, грунтовку. Для создания эффекта использовали следующие инструменты. Мешалку, полировочную машинку с фетром, венецианский затир, малярный валик, металлический шпатель японка, наждачную бумагу. Первый этап – подготовка поверхности. Перед началом работы необходимо защитить пол пленкой и малярной лентой. После уже предварительно подготовленной гладкой поверхности стены нужно загрунтовать с помощью малярного валика, грунтовочной подкладкой и серии продуктов Primacol Decorative. Поверхность оставляем высыхать на время 12 часов. Второй этап – наложение стукко. На сухое основание нанести венецианским затиром тонкий и равномерный слой классического стукко, окрашенного красителями бронза и лимон самого светлого оттенка. Оставить высыхать на время 12 часов. В случае образования неровности при наложении слоев стукко, следует их затереть наждачной бумагой, получая идеально гладкую поверхность. Наложение второго слоя стукко. Металлическим шпателем японка накладываем второй слой стукко, оттенок самый светлый. Втираем гладко. Оставляем высыхать на час. Потом наложить слой стукко, окрашенного красителями бронза и лимон, оттенок самый темный. Втирая его местами, придавая мраморный рисунок. Оставляем высыхать на время 24 часа. Третий этап – вощение. На сухую декорацию наложить с помощью шпателя очень тонкий слой воска, одновременно удаляя его избыток. Эти действия повторить 3- или 4-кратно, с промежутками по часу. После последнего слоя воска для достижения идеально глянцевой поверхности необходимо отполировать ее с помощью полировочной машинки с фетром. Вощение нужно производить этапами около 1 квадратного метра из-за быстрого высыхания воска. Полученный эффект является идеальным фоном в престижных помещениях с традиционной обстановкой, а также как элемент декорации отделки.